Михаил Салкин, юрист, выдвигаюсь в общественную палату от жилищного кооператива «Союз-22». Я ставлю перед собой задачу в избрании в общественную палату навести контроль в сфере ЖКХ. Вот есть сведения, что очень часто завышаются тарифы на коммунальные услуги, услуги оказываются ненадлежащим образом, и законодательно этот вопрос не урегулирован. Моя задача добиться, чтобы был внесен законопроект от общественной палаты об установлении предельных тарифов на коммунальные услуги, и таким образом, чтобы право на жилище было реально реализовано в Российской Федерации. Все. Да. Все, отлично. Ок.